Всем привет! Это «Погнали шоу». С вами Дмитрий Масленников. И Александр Лихошерстов. И это наша сумасшедшая рубрика What the fuck? Мне кажется, что кого-то не хватает на этом стуле. Ну да, как-то пустовато. Кого же не хватает? Кого же позвать-то? Кого же... О! Смотри, какой хороший вариант. Это же Таня Бо, дорогие друзья. Специально для вас. Привет, я скучала по вам. Танюх, правила этой рубрики весьма просты. У нас есть несколько непонятных предметов вот в этой коробке. О них мы ничего не знаем, и у нас есть ровно одна минута, чтобы угадать, что это за предмет, для чего он вообще предназначен и какова его стоимость. Если неугаданных предметов больше, чем угаданных, то, дорогой подписчик, мы тебе подарим самый дорогой из неугаданных. А если наоборот, то заберу его я себе. Ну, так как у нас Таня гость, то я предлагаю что? Чтобы она пошла отсюда. Ну, да? Лайк? Нет. Иди отсюда, Тань. Нет, я буду тянуть первая. Давай, тяни первая. Хорошо, давай, подожди, вот. Даме, мы отворачиваемся. А я тоже не должна? Смотри на потолок, смотри эти звезды. Все они тебе. Блин. Это желтые пятна. Это я мух давил. Что там за лего какое-то там? Давай, вытаскивай. Достала и закрывай коробку. Все, достала. Тяни. О, что там знакомое? Я подожди, я понял, что это такое. Это соска. Вкусно? Нет, не вкусно. Может быть, это типа формочка, что типа из песка делать? Это для мороженки. Для мороженки. Ну просто какая-то мороженка маленькая получится. А, ну все. Супер, мы прям... Ну-ка. Оно лезет! Это рождение. Это чужой. Это геморрой, ребят. Ну хоть цену угадайте. 800. 1000? Ну почти, Сань. Ваш вердикт, Татьяна? Для мороженки. Молодец, угадала. Это лед. Форма для льда. Это... В смысле? А зачем тогда? Просто... Сосать. Нет, ну это вот мороженка как раз. Ты то залила. Фруктовый лед, знаешь, что такое? Вкусненько, потом... А, не сосешь. Ребят, мы угадали первый. Да, нет, давайте. Давай, 5. Танюш, ну ты ехай. Well done. Санек, чё ж ты тянешь и не тянешь? Ну, у меня есть код, поэтому ты я тяну. Ты не подглядывал. Я не подглядывал. Это было что-то интересное. Я положу, Таня, бери ручку. Смотрим. Смотрим. Покажем этот предмет. Ребят, скажите честно, кто-то не доел. Это расческа. Гребешь. Рыбьи усы, может быть? Рыбьи усы. Подожди, может там... Скумбрия! Ну это, блин, это все из первого выпуска, это для 50 оттенков серого, серьезно. Точно, это же рыба для наказания. По мордашке. Не, серьезно, вот что это может быть? Подожди, а может это для выпечки? Может тоже это формочка какая-нибудь? Да, не силиконовая такая. Я люблю силиконовые предметы. Я подумал, что это для животного, Катя. Для животного? А, игрушка, игрушка для собаки? Для кисы какой-нибудь. Для кисы? Поэтому Тане понравилось. Кто тянул, тот и отвечает. Это форма для выпечки, и стоит она рублей 400. Ну, с ценой близко, а с формой для выпечки ни разу не рядом. Все просто. Это мыльница. Кладешь на нее мыло, и нормально все. А, точняк. То есть вот здесь мыло лежит. Жестко. Нет, это мыльница? За 450 рублей. Мир сошел с ума, ребят. Вот это мыльница. What the fuck? Все, вы готовы? Ахалай-махалай там. Сейчас опять у меня счастливая ручка. Все закрыли глаза? Чего вы смотрите-то? Мы следим. Моргала свои, выцепили на меня. И смотрим. Все? Погнали. Мне сейчас мистер Хайзенберг. Мистер Хайзенберг. О, это да, мистер Хайзенберг. Скажи. Он какой-то, подожди. Чувствуешь, если он, да, да, он да, тает, красится. То есть если не красится, он то есть, долго делает. А, фак! Я знаю, что это такое. Это для обуви. Это не для обуви. В общем, бабушка подобной темой, вот она аммиаком пахнет. Она наказывала тебе такой темой? Наказывала. Но сопли зимой. Да хватит херню, да я скажу. Хорошо, ладно, просто. Подошва. Да? Правильно! А ты откуда говорю, знаешь? Это тема, чтобы подушву не кроссовка, а утюга чистить. Допустим, там гарь образовалась, ты и почистил. У нас других вариантов нету, давай тогда. Это мел для чистки утюга. Подошва. Подошва утюга. Неа.
каком смысле? Пиздишь. Я не знаю, как вы угадали, да? Еее! Это все благодаря вот этим двум, я не знал. Танюш. Отомстила. Well done! Все. Вообще капец. Моя тема. Офигеть. У тех, у кого не хватило денег на нормальный фотоаппарат, они такие пя-пя-пя, давайте сфоткаем в трубу. А там ничего нет. А может быть это типа калейдоскопа, то есть нужно, ну блин, это маленькая башка должна быть. То есть, смотри, это очень странная шляпа, я не знаю. Подожди, а может для большого это гики в таких ходят. Гики, зэки, кто в них еще может ходить? Все, ребята, время вышло. Я не знаю, что это такое. Давай, давайте просто вот чисто, вот честно, вот последний раз. Да, может, блин, нет, не калейдоскоп. Давайте это шапка. Шапка? Шапка, давай, Таня. Вот смотрите, вот, давайте вот так. Ой, смотри, как хорошо подошло. Тебе, кстати, идет, вошло. Да? Давай да. Это, вошло, это, как говорится. Все, да, куда ты, это все нормально, давай. Нет, сиди, 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 мне не идет, у меня сразу голова. Было бы странно, если бы она тебе пошла, знаешь. Давай шапку на свою. Давай все, это будет кепка для... Дебилов. Да. Мне как раз нужно. Я понял, что это такое. А, для туалетной где-то палка. Бумаги? Оператора у вас нет, случайно держи? Опачки! Серьезно, это держалка для туалетной бумаги? Да. Я сегодня вам такой пейзаж сделаю просто. Кому подарить? Кому? Ну и стоит это рублей 700. 800, я думаю. Дизайнерская. Дим, ваш ответ? Бесценно. Ну, для меня это на самом деле бесценно. Я люблю такие фотоштуки всякие. Да поэтому... ты содержание любишь, что ты говоришь? Нет, я просто... люблю делать пейзажи. Я да. Вот не представляю, это как? То есть просто... Как? Вот в том-то и дело. Сначала как, а потом как бы оп-оп и... Следят. Саш, сколько это говно стоит? 1000 рублей. Говно. Сколько? Косарь. Да ладно. Это, ребят, я дико извиняюсь, но это слишком дорого, чтобы посрать. What the fuck? Сейчас, ребят. Подожди, я, кажется... Что это? Может, это для наушников? Что? Не, ну у меня много наушников. Это новая сумочка Louis Vuitton. На канатную дорогу. На канатную дорогу. Хорошо, хорошо, близко-близко. Не, ну да, то есть это... Для Лего, я говорю. То есть это опять для лепреконов, что ли, у нас вещи? А может, для хомячков? Нет, смотри, сюда веревочка привязывается, это по-любому как трамвайчик. Но для кого, вот это вот непонятно. Для снегири. Мне кажется, наматывается что-то. А подожди, а может и кормушка? Кстати, вот эта тема. 500 рублей. Не рядом даже. 1500. Почти. Что? 1700. 1800. 1900. 1100 почти. Это не кормушка. Нет. А что это? Вот с канатом очень близко. Ну это трамвайчик. Ну да? Почти. Трамвайчик для хомяков. Для хомячков. Нет. Ну для животных. Нет. Для попугая? Для Тириона, он очень маленький. А, отличный Степ. Но мимо, все равно даже не рядом. В общем, дорогие друзья, сегодня мы не угадали, что это такое. И это предстоит сделать вам. Пишите в комментарии вообще, что это за чудо-предмет. И как мы уже сказали, первый угадавший получит от нас приятный бонус. Этот предмет. Так, в прошлом выпуске мы не угадали чудо-предмет, и его отгадал Денис Грибанов. И это была сеялка для семян. По-моему. Какой он молодец, вот я бы серьезно не догадалась. Умничка. Я бы не догадалась. Просто сейчас. Быстрее всех. Красавчик. Написал. Поздравляем тебя. Браво. Да? Зачем мы хлопаем? Ну, потому что красавчик угадал быстрее всех. А. Как вы все понимаете, Александр сегодня на неделе высокой моды в Париже. В Милане. У него тур по городам. Нет, в Милане. Нет, в Париже. Пользуясь случаем, подписывайтесь на наши инстаграмы и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте ставить пальцы вверх. И пишите в комментариях дела. Это другой проект, Анюх. Даже бумажка порвалась. Пока-пока.